Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, мы находимся с вами в игрульке Raft, и само собой, разработчики нас сегодня порадовали. Нет, это было не сегодня, это было немножко, малость времени назад, это ровно, мне кажется, там неделю или что-то типа этого назад, была обнова, и я ее не заметил. Как же так? Я мог не заметить обнову. Вау, а что здесь случилось? Как это так? Как эта акула могла такое сделать? Где мой топорик? Не, где мой молоточек, друзья мои? Молоточек мой должен быть. А чего он так далеко делает? Ну, допустим. Давайте вот так вот. Мы должны... Тихо. Не надо ничего выкидывать. Выкидывать ничего не надо. Что здесь случилось? Очень странно. А в чем проблемка? Я же поднял все. У меня дерева нет? Как это так? Странно. Странно, ну да ладно. Ребятки, не забываем, если вам игрушка Raft нравится, не забываем поставить пальчики вверх. И само собой, как я уже не один раз говорил, чем больше лайкосиков, тем больше видосиков. Но сейчас мы поговорим и о обнове, потому что обнова интересная и очень помогающая нам. Откуда этот туман? Я не пойму. Давайте здесь замутим вот так, потому что акула вообще страх потеряла. Это очень плохо, когда акула страх теряет. Это прям капец плохо. Вот, вот, чтобы нам тут ничего не ломали. Под пальмой все нормально? Да, под пальмой все нормально. Давайте осмотрим по-латецки, потому что акула реально жесткая. Короче, что добавили, друзья? Добавили поливалочку. Самое главное, обнова называется Update 9.04. И добавили поливалочку для наших животных. Ну, в смысле, для наших этих лужаек. Давайте глянем, как это так сделает. Как это выглядит. А, стол мой уже наверху. Кстати, я чувствую лаги. Обнова называется Sprinkler plus, plus Bugs and Optimization. Но что-то оптимизации здесь я не чувствую. Ну, как минимум. Я не чувствую. Куда я поставил свой этот рабочий? Вот он. Рабочий стол. Вот. Sprinkler, ребятки. Вот это вот крутяк. Научиться мы все можем делать. Микросхема. Болт. Хлам. И пластик. Научились? Вот так вот? Только вот это, да? По идее, должен быть еще радио. Радио, скорее всего, нужно находить, потому что реально есть в игре радио. Добавили поливалочку и радио. Изучать радио я не могу, значит, крафтить. Офигеть, радар сейчас чувствует остров, который справа, 260 метров. А этот, который сзади нас, вот этот вот островочек, да, это не островочек, это огромный прям остров. И еще один остров прям слева, ну, в смысле, он как бы далеко, но три острова сразу... Это что-то, туман сегодня закончится, нет? Такс. Сейчас попробуем сделать поливалочку, потому что поливалка это вообще крутая штука. Я всегда боялся, что если я уйду на такой вот остров, типа этого, это огромнейший прям остров. Всегда боялся, что... Ага, во-первых, этого. Отлично, во-первых, я боялся этого, само собой. И плюс к этому боялся, что у нас грядочки вот эти вот, или, ну, как их, лужаечки, пострадают. Они будут поливаться, и все. И все у нас сдохнет. Это плохо. Давайте сделаем вот так вот. А что у нас такие лаги? Это когда я вижу остров, да? Странно. Хорошо, будем смотреть туда. Как у нас поливалочка делается? И где она делается? Самое важное. Наверное, здесь. Нет? Вот она, спринклер. Пластик, хлам, болт, микросхемка. Мне кажется, все это я могу делать. Болт, хлам, ё-моё. 12 пластика, нихера себе. О, слава богу. Слава богу. Тихо, не орай тут мне, блин, курица. Так, хламешник у нас находится вот здесь. Болтик находится вот здесь. Правда, нужно 2. Сейчас сделаем с вами еще один болтик, вот так вот, металл обратно. И микросхемка делается из... Из... Медный слиток, сок лианы и опять пластик. Медный слиток, наверное, один там был, да? А, вот так, давайте один вытащим. Секундочку.
Все это у нас уже есть, и мне нужен сейчас сок лиана, друзья мои. А сок лиана, само собой, у нас находится вот в этой вот месте. Делаем микросхемочку. И что мы с вами сейчас сделаем? Спринклер, гребаный спринклер. Туман прошел. Шикарно. И музяка тоже прошла, наконец-то, потому что она иногда слишком громкая. Давайте посмотрим, как эта штука выглядит. Это как душ. Друзья, это как реальный гребаный душ. А мне кажется, это надо ставить прям внутрь. А на рисунке было нарисовано, что это ставится прям внутрь. Мы по-любому здесь все переделаем. Это я постараюсь как-нибудь, реально как-нибудь. Так, тихо. Ты ничего не то взял. Постараюсь все это дело... О, куда тебя? Давай вот туда вот, короче. Вот. Вот. Ну и якобы эта штука должна как-то поливать. Блин, когда я сделаю здесь не то что порядок, но немножко... Все поставить по-другому. Тут собирается вода. Это какая-то хрень, которая, наверное, проверяет сухость. Наверное, да? А, аккумулятор нужен, ё-моё. Че, серьезно? Не, серьезно? Аккумулятор? А, ради интереса сейчас возьмем водичку. Чисто ради интереса, давайте глянем, как у нас... ну, я, допустим, возьму воду, да? Вот. Ну, пресная, само собой, пресная вода нужна. Положить бутыльку... бутылку пресной воды. Куда положить-то? А, вот, он наполняет, смотри. Стрелочка. Прикольно. Один бочонок, это одна бутылочка. Ну, хорошо, хорошо. И одна бутылочка, это у нас 5 глотков воды, если вы не забыли. Давайте глянем, тут реально нужен аккумулятор, да? Ё-моё, блин. Оки-доки, давайте чисто ради интереса я возьму его отсюда. Отсюда батаречка поднять. Вот, о да, все-таки то же самое, прикинь. Одна инсталляция, блин. Все работает прям как часы. Опля. И? Там такая же штука есть. Вау, да ну нафиг, блин. Ха, круто. Офигенно, я сейчас могу уходить спокойно. Две вот такие вот штуки. Ух ты, так он даже немного воды даже тратит. Он полил этого дела и потратил даже меньше глотка. То есть меньше одного глотка. Вы помните, да, что у нас одна лужаечка такая вот, да, поливается одним глотком из бутылочки. Вообще круто. Понятно, что сейчас, если я залью, то зайдет один глоток. Но видимость как бы показывает, что тут очень мало потратилось воды. Очень. А аккумулятор как тратится? Вот это вот уже неизвестно. Сделали бы еще солнечные панели. Так, смотрим. Быстро. Да, моментально прям. Прям моментально все это вот поливается. И воды тут у нас дофигища. Вообще дофига воды. Окей, сделали еще что? Сделали нам возможность скрафтить капитанскую кепочку. Или как она там называется, сейчас посмотрим. Ну, здесь ее не будет. Это понятно. За тот же плод. Акула взялась за тот же гребаный кусочек плота. Она хочет добраться до этой сеточки. До моей сеточки. Ну, как вам сказать, я не вижу здесь, не видел, не нашел я капитанскую эту вот кепочку или фуражку. Поэтому предполагаю, что фуражечка наша находится где? Где-то вот на таких вот островах, которых мы можем лутать. Найти какой-то там корабль, не корабль, допустим, но самолет, помню, должен быть. Блин, воды тут дофига. Все, короче. Давайте немножко покушаем. У меня тут вроде мясо есть. Должно и здесь лежать. Отлично. Поедим, попьем с вами. Хорошо, чтобы нам было, чтобы мы чувствовали себя идеально. И само собой пойдем лутаться. Воду... А, не можешь? Прикольно работает. Очень прикольно работает. Короче, перед вылазкой я, наверное, все-таки здесь замучу вот этого дела. Соберу все пальмочки. Посажу новые пальмочки. И к утру, потому что сейчас ночь будет, я пойду на остров.
Да, само собой, я сделал себе супчик такой вот хорошенький, вкусненький. Делаем еще один супчик. Ну, из овощей. Пока что из овощей. А я буду делать другую, эту вот, еду. Хотя можно и вообще эти вот рецептики посмотреть, но везде нужна рыба. Смотри, везде нужно ловить рыбу, кроме компота. Компотик могу сделать, овощной суп легче всего, а здесь везде рыба. Вот вы, извиняюсь, хотите супчики разные и так далее, да? Но, ребятки, надо тратить время на рыбу, на ловлю, на все этого дела. А, секундочку, что у нас тут готовится? А здесь у нас вот такая вот еда. Это мне уже готово. Наверное, я сейчас кое-что другое сделаю. Вот это вот сюда. Инвентаря мало. Очень мало. Он быстро заканчивается. У меня была тут рыба. Хорошая рыба. Вкусная. Вот она. А сырая... Кстати, у меня есть еще пару рыб. Этого трогать пока не будем. Не будем. Сырую окорочку. Потому что на какой-то рецептик нам она понадобится. Так, здесь что у нас? Здесь у нас всякая хрень. Так, теперь готовлюсь. Да, теперь готовлюсь. Нам нужно, чтобы туда пойти, нам нужен совочек. Вот этот вот совочек, да? Сделать новый, да, акула, блин? Заколебала, ёба-ёба, блин. Не, реально, акула заколебала тратить мое имущество. Я прям устал от нее. Реально, это жестко. Я понимаю, что можно укреплять вот эти вот наши края. Но дело в том, что... Друзья мои, сейчас я вам покажу, как укрепляются наши края. Края укрепляются вот таким вот образом. Нужен один железный слиток и два гвоздя. Это немало, это немало. Учитывая, что наш плотик как бы совсем не маленький, да? Это нужно очень много укреплять. Плюс к этому не забудьте, что... То есть не забудьте, что акула нападает не только на края плот, на край плота. Она вот напала только что. Это на записи как бы не будет, потому что это вырежу. Но она попала... напала на эту вот гряды... Блин, грядочку. На сеточку. Она находится совсем не с краю. Совсем, блин, ё-моё. Поэтому она напасть может на весь плот, не только на края. Само собой, процент на то, что она нападет на, по краям, это больше будет, но все-таки поверьте мне, что я вам говорю. Так, совочек, делаем один совочек, потому что он у меня сломается. Топорик делаем обязательно еще один. Давайте болт сделаем. Хлам возьмем отсюда. Хлам обратно. Да и по идее мне больше ничего такого не надо. Это сюда. Мне кажется, это можно сюда засунуть, потому что места реально уже нифига нет. Все, я готов, короче. У меня целых 14 стрел для того, чтобы побороться с этим... Как его? С орлом. И мы это с вами сейчас попробуем. Сохраняемся. Да, вот так вот. Возвращаемся в мир. И я пошел воевать. Кстати, чаечки там у нас все нормально делают? Что-то нифига нормально не делает. Ой. Испугался? То есть испугалась чаечка? Очень мало этих перьев. Очень. Хрен с вами, я пошел. Акула, здрасте, здрасте, здрасте. Да ну, хотела меня укусить. Нифига, бля, не дамся. Друзья, мы погнали. Кто там бегает? Курочка, здоров, курочка, я тебя плавить не буду. Нет, 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 даже не думай. Даже не думай, потому что... Да ты мне не интересна. Просто-напросто, у меня уже курочки. Кстати, у меня курочки есть, но раз у нас с водой проблем сейчас вообще нет, их реально можно выловить побольше. Здесь я уже лутался. Правда, я еще вот эти вот деревья еще не рубил. Давайте сначала мы посмотрим на весь островочек, рубить все эти вот деревья. Не знаю, буду сейчас или нет. А что у нас со звуком? Буду сейчас или нет. Ага, вот он, что у нас со звуком. Потому что очень много времени теряется на это. Короче, дойду до края этого острова и буду рубить деревья, потому что хочу сначала все показать, пока еще светло, да? И потом уже посмотрим дальше, что будем делать. Остров новый, реально новый, я такого еще не видел. Мы уже три больших острова видели с вами. А такого островка мы еще не замечали. Два кабана здесь было, я их убил, если вы не забыли. А вот тебе и грязь, а вот тебе, где нам понадобится совочек, и где он у нас и поломается. Поэтому надо было делать. Я сделал, смотри, сверху, снизу, какой у нас интересный островочек. Какой у нас прям симпатичный.
Чё там? Там ничего. А почему так мало? Эй! А, вот оно как. А тут, мне кажется, и акула может заплыть. Смотри, акула может к нам прям. А это другое. Это у нас уже песочек, да? Да, это песочек, и мне он не нужен. Глина, не-не-не-не, глина нужна. Глина нужна. Песочек мне бы не нужен был, а вот глина... От глины я бы не отказался. Давайте сломаем наш совочек, чтобы он освободил наш инвентарик. Совочек, инвентарик. Капец, блин. А разговор пошел. Эх, ребятки, круто. Круто, круто, круто. Потому что это нам, это нам поможет сделать больше грядок. Не грядок, а этих, как они называются. Поправьте меня там в комменты. Больше лужаек, да, они в игре называются лужайки. Ну, я бы по-любому назвал их грядками. Что у нас сверху есть? Хм. Подъем наверх. Без грязи он мне не интересен. Вообще. Ни в одной игре я еще не так не радовался грязи, блин, ё-моё, а. То есть это не падай. Я там чего-то... добьюсь, нет. Я там что-то найду? Это что, единственный подъем? Смотри, там козы. Короче, здесь... А, там тропинка нормальная была. Нет, блин, надо лазить по камням. Нормально. Только я так могу. Толь... Тут орел. Я слышу его. Тут гребаный орел. Давайте мы все-таки свалимся вниз. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Главное не убиться. И... За козлом, за всем этим вот мы с вами еще успеем. Мне главное понять, что здесь еще есть. Давайте на ту тропиночку. Козла мы успеем выловить. Да и эту курицу тоже. Солнышко просто быстренько проходит. Очень быстренько. Все, здесь у нас тупик, значит... Смотри, это я могу прямо сейчас собрать. И так уж и быть. Давайте сломаем топорик до конца. Этот участок я все-таки залутаю. Много? Много собирается, конечно. Красные ягоды. Я их собираю, но пока что я их ими не пользовался. Это тоже рубим. Манго. Манго — это полезный фрукт. И так, что там у нас? Манговая семечка. Плотик-то нормально-то выглядит. Не маленький. Но можно еще больше. Все, идем дальше. Здесь ничего вырезать не буду, потому что хочу вам показать все полностью, что здесь есть. Жаль, это не рубится. Хорошо, как дальше подняться? Понятно, с той стороны, погнали. Потому что хочу вам показать полностью весь остров, так как он у нас новенький, вы его еще не видели. И такой модели сомневаюсь, что вы где-то видели. Но может быть у каких-то других людей. Этот второй остров, то есть первый, которого мы залутали. И два таких больших острова рядом. Это, мне кажется, редкость, но у нас все-таки это получилось. Туда я, наверное, что, прям не доберусь? Не, серьезно. This is not serious. Вы чё? Разработчики, как вы так могли? По деревьям лазить? Так я же до туда даже не добрался даже. По камням все-таки? Да, прыгай ты. Давай. Хм. Вырубить. Отлично. Ой, давайте как-нибудь туда доберемся. Но не получается. Нет, мы здесь вообще никак не доберемся. Вообще никак. Вообще. Акула сейчас 100% нападет, смотри. Ня, акула молодец. Не, ребятки. Здесь пока что я не вижу перспектив, но как-то добраться по камням, что ли? Давайте попробуем. Или вообще справа. Давайте вот туда вот пойдем. И попробуем с другой стороны зайти на, это, на эту вершину. Пальмочки. Это мы еще вырубим. Это мы еще успеем вырубить. Да, есть, есть возможность. Наверное, будет. Конечно, конечно. Этот орел, 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 орел. Че ты там напрягаешь? Сейчас я тебя настигну. Сейчас я тебя выловлю. Сейчас я тебя убью. Мне нужна твоя... Давай. Игра, твоя мать. Давай. А вот и вот тебе орел. Кидай свой камень. Кидай, кому говорю. Отлично, кинул. Собрать.
и клад. Хопля! Много. Рецепт салат из лосося. Опять рыба, блин. Орел! Иди ко мне, кому говорю. Никакой кепочки здесь нет? Давай, бери свой камень. Попробую. Попал, не? Есть, есть! Убегаем, 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 убегаем. Ну, у меня есть как бы целебная мазь, поэтому... я могу себя вылечить. А куда он всегда улетает? Ломайся, топорик, ломайся. Потому что он всегда куда-то улетает. Да. Руби, руби. Мне нужна здесь территория, чистая территория. Да-да-да, я вижу, 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 вижу. Давай-давай-давай. Иди сюда, говнюк. Давай напрямую, напрямую, вот так. Есть. Потихонечку, ну. Кидай, ага. Смотрим, смотрим, куда. Вот, стрелы в нем. Вот тебе и стрелы в нем. Давай-давай-давай, иди сюда. Чувак, бери камень свой следующий. Я же здесь, блин, ну. Красавчик. Ай, только не там. Ой, высоко, блин. Нет, так не пойдет. Он меня так завалит. А трудно в него попадать, потому что он, говню, блин, такой еще. Шустрый, быстрый. Не дает себя подстрелить. Ну, красавчик, короче. Так оно и должно быть. Главное, чтобы лук у меня выдержал. На ходу нет смысла в него стрелять. Вот, смотри, камень берет. Есть. Мне кажется, попал. Мне... да, мне кажется, я попал. Шикарно. Камни подбирать нельзя. Сколько стрел в него я всадил? Было, мне кажется, 12 или 14. Одну стрелу я, как минимум, промазал. Блин. Ай. Натяжение все-таки должно быть побольше. Посильнее. Нормально. Ну давай, 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 давай. Я прям пикой мог тебя засадить. Есть! Шикарно! Кидай свой камень. Говнюк. Кинул. Кинул. Вот вами борьба, короче, с орлом. 4 стрелы. Так это же очень мало. Это очень мало. Но борьба зато. Борьба, друзья мои. Там, само собой, акула жрет наш плотик. Ну что поделаешь? Как не попал, блин? Ты чё? Игра, блин, опять не попал. Твою налево. Три или четыре стрелы пролетели мимо. Только не там. Говнюк. Взял камень не там, где надо. Не-не-не-не-не-не-не. Размечтался. Давай, иди вот сюда, вот и бери камень отсюда где-то. Где-то вот повыше. Сволочь такая. По-любому берет оттуда. Сейчас дадим ему немножко времени. Есть! Воу! Сейчас я себя вылечу. Смотри. Кушай. Как это? А, как это? О, блин. Погоди, выпей. Я его убил? Мне кажется, я орла завалил. Только где он? Вопросик. В кустах, что ли? Нет. Орел. Как себя вылечить? Я не помню, как это я делал. Целебная мазь. Заживляет рана. Нет. А, держать надо. Ну, прямо не надо было. Реально не надо было его использовать. Потому что я и так вылечился почти. Где тушка его? Я завалил, но... блин, скорее всего, он куда-то вот туда вот улетел. Боюсь убиться. Реально боюсь убиться, нельзя так. Блин, ночь. Такс. Тогда я иду лутаться, смотрим, что у нас еще здесь есть. Но его по-любому нет, я его все-таки убил.
Жаль, что не увидел, где. Очень жаль. Но мы его по-любому найдем. Что там у нас? Сверху у этого острова есть... А, козлик. Козлик, это хорошо. Но я сюда пришел не за тобой. При свете луны, что мы видим? Мы видим опять того же козлика. И большое-большое, прям большущее, прям ничего. То есть такое большое ничего я еще ни разу не видел. На таком большом склоне большущее ничего, но это прям не знаю. Туда могу упасть в воду. Но не хочу, там меня акула встретит. А акула встречает очень-очень-очень тесненько. Прям между зубами сейчас как нас в тиски прям возьмет и все. И мало не покажется. Все, короче, забираем ананасики. С этой вот ситараной случай. Так. И спуск. Я там ничего не забыл, а то сейчас начнутся там оскорбления. Забаненные оскорбления в чате. Ну, не в чате, а в этом, в комментариях. Я же их всех баню, которые так прям жестко прям говорят плохо, некрасиво. Вы же знаете, да? Ну, что-то здесь красиво. Вот она, тушка. Иди сюда, говнюк. Иди сюда, поднять треска. Какая треска, блин? Перо, сырые окорочки, короче, 4 штуки. И голова. Какая треска? Почему его зовут треска? Какая это тебе треска, блин? Голова трески, капец. Вот название. Орлу дали. А я бы сам убился вместо него. На его место, то есть. На его месте. Если меня бы так назвали. Треской. Ха. Будучи орлом, я имею в виду. Такс, все. Да. Возвращаемся к нашей красавице акуле. Иди, маленькая, сюда. Да, я тебя вот так вот поцелую прям копьяцом в ротик. И куда мы? Куда мы? Куда мы? Что мы? Целый? Плод цел. Да, нормально все. Отлично, ничего не вываливается. Нет, нормально. Все как было, короче, так и осталось. Ха, вы живы еще? Красавцы. Да, тут бы поставить надо. Пол. Сколько воды осталось в этом? Половина, кстати. Прикольно, прикольно. Я отсутствовал очень много, очень долго, то есть. А там еще половина осталась. Что у меня есть с этого острова? Я еще не все взял. Я хочу выгрузить дерево. Такс, дерево. Выгрузить вот так. Выгрузить вот так вот. Выгрузить вот так. И пойти дальше собирать дерево. Потому что там еще очень много всего. На этом острове можно все это повырубать. Ну, деревья там, вы поняли, да? Болты здесь были? А, мне кажется, да. Болты здесь были. Короче, давайте все-таки освобожу свой инвентарь полностью. Икс. Ведь, мне кажется, у нас было вот здесь. Я вижу, чего не хватает, ребятки. Я вижу, акула гребаная, собака, сволочь такая. Она съела мне одну грядочку для пальмы. Да, здесь у меня была пальма. Сволочь! Иди сюда, говнюк. Вот так вот, ты где? Я тебе сейчас нападу, сейчас. Я тебе сейчас нападу, иди сюда, кому говорю. Иди сюда. Но! Ночь, я знаю, нифига не видно, сейчас я тебя завалю. Нет, не попал, второй раз не попал. Хорошо, потихонечку надо будет ее убить. Потому что это не дело, вообще не дело. Она мне все сломает здесь. Все сломает, здесь нужно обязательно поставить пластик у меня есть, пластика у меня нет. С пластмассом вообще проблема в этой игре. Его добыть можно только через... Кстати, грядку что поставить? Только через лутание. То есть найти можно его и все. Не скрафтить и ничего не сделать. Грядка, наверное, здесь будет, да? Пластмасс не нужен? А, отлично. Большая грядка не нуждается в пластмассе. Шикарно, что могу сказать? Чего нет? А, дерева нет. Нормально. С деревом у нас вообще проблем не должно быть. Да, не успел я ничего себе освободить. Но сейчас успеем. Все. Более-менее огородил себе все этого дела. Пальмочку посадим чуть позже. Сейчас завалю. Иди сюда, кому говорю. Иди сюда, кому сказал. Я же говорю, завалю. Завалю. А вот я и завалил.
А вот тебе и завалил. Вот так вот, сырое мясо, шикарная голова акулы. У нас пика ломается, ну, в смысле, копье ломается. Круто. Круто, здесь нужно малость поочудиться. Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не, не рубить. А что он у меня переключился? Странно. Очень странно, что-то лагает, реально, чуток лагает. Это куда мы выкидываем? Это я выкидываю вот сюда. Не знаю, это можно одевать на голову, не надо мне повторять об этом, потому что это я уже показывал. Это есть. И кусочек этого сюда. Глина, нет, это грязь. Грязь обычно я ставлю здесь. Смотрите, сколько у меня грязи есть, целых 16. Это значит, я так много, так сильно могу это все расширить, что прям сам как бы в шоке буду. Все, инвентарь я освободил. Что я там говорил? Что я пойду? Куда я пойду? Пойду лутать. Лутать я буду... Кого? Остров. А пока акулы нет, самое время немножко поплавать. Это же прекрасно. Не боишься акулы, ничего не боишься. Собираешь пластик, который очень-очень важен. И находишь... клад. Да, инвентарь у меня пустой. И находишь ящик. Еще весло. У меня уже 3 весла есть. Случайным образом я скрафтил. А еще будет. А почему бы нет? Так, там у нас что-то было, там у нас было. Там можно что-то добыть. Сейчас, секундочку. Сейчас добудем. Не, ну когда акулы нет, и ты видишь здесь пластмасс, нельзя его пропускать, реально. Воу, там еще пластик есть. Деревяшки эти, вот все, короче, неважно. У нас там много чего есть. У нас с деревяшками проблем нет вообще. У нас проблемки есть с пластмассиком. Давай чисти свой этот. Ух ты, я могу прыгать даже из воды. Выпрыгивать. В смысле? Бери. Да, реально можно прыгать. Акула подплывает, это хоп. И все. Это мне не надо. Хлам, в принципе, тоже понадобился бы. Пока акулы нет, мы можем это себе позволить. Правда, недолго. Давайте все-таки на глубину еще нырну. Еще один пластик, давайте. Возьмем его, само собой. Я хочу нырнуть еще раз. Что здесь было? Здесь была медь, мне кажется. Да, это у нас медь. Но медь тоже нужна, когда-нибудь понадобится. Это камни? Нет, камни мне сейчас ни к чему. Металл бы добыть. Но опять же, нужен баллон, кислород, короче. Да, это, короче, чуть позже. Да-да, дыши, маленький, дыши. Думал, еще один орел. Нифига. Давайте опять на остров. Я, кстати... Остров как остров, подождет. Я, кстати, так долго не собирал эти яйца. Они... Их надо собирать, мне кажется, потому что они все-таки пропадают. Их нужно собирать. Жаль. Должно было быть больше. Намного больше. Еда у нас здесь. Вот наши новенькие вещи. Это вот то, что мы там нашли. Хлам 2 штуки. А пластмасс я засовываю вроде бы как здесь. У меня рецепт? Рецепт акулий ужин, кстати говоря. Кстати говоря, почему бы и нет? Что у нас по еде? Акула тут есть. Давайте временно. Я понимаю, что у меня еще... Ты где? А, вот он. Что у меня еще места как бы здесь не очень-то много. Но я хочу попробовать. Что тебе надо? 2 куска акулы. Блин, синяя водоросль. Откуда ее брать? И грибочек один. Где-то у меня такое дело было. Одна, блин. Серебряная, то есть. Знаю, кушать хочешь. Знаю. Все, я знаю. Иди сюда. На. Поешь. Вот тебе поешь. 2 куска акулы там надо было. Да ё-моё, блин, вы прикалываетесь. У меня 2 куска сейчас нет. У меня даже пики нет сейчас, чтобы защититься. Потому что она сейчас нападет по-любому. А у меня инструмент сломался. Не-не-не, погоди, ты куда? Чё ты там делаешь? А, веревка. Болт у нас есть. Веревки у нас есть. Досочки. Я все выкидываю. Типа все сейчас мне не надо. А на самом деле, хоп, и надо. Все, есть. Все у нас шикарно. Ты идешь обратно.
Я вооружен. Ребятки, давайте на этом и закончим, потому что акулу мы как бы так быстро сейчас не убьем. Ей надо очень много сейчас тыкать в нее, короче, чтобы она сдохла. Я без вас пойду на остров, залутаю его полностью. Все, что там есть, я вырублю, потому что, ну, вам это не интересно. Вы это видели, как у нас вырубаются деревья, вырубаются, как они добываются и так далее. И на следующей серии мы направляемся дальше, попробуем найти с вами... Я тут еще как бы залутаюсь, посмотрю, что тут у нас есть, потому что вижу... Там кое-что еще может быть. Но! На следующей серии или в следующей серии мы с вами пойдем дальше, найдем другие острова, потому что должны быть вроде бы еще другие. Найдем с вами кепочку или фуражечку капитана и радио. Так как я понимаю, радио вроде бы как... Что делается? Радио у нас находится. Скрафтить его я не нашел. Научиться делать его я тоже не нашел. Но радио есть. Фуражка капитана есть. Вы сами видите, я вам сейчас еще раз покажу. Тут ничего такого нет. Там есть приемник, но это не тот приемник. Не путайте одно с другим. Это вам не радио. Дальше это у нас есть, это у нас есть. Ни радио, ни фуражечки здесь у нас нифига не находится. Все. Спринклер. Самое главное в этом обновлении это спринклер. Короче, ребятки, с вами был Кентавр. Это была игра... Raft. Если вам все понравилось, не забывайте поставить пальчики вверх, не забывайте подписаться на канал, потому что я реально заметил, что у нас много подписчиков, очень много зрителей, ну, по крайней мере, те, которые смотрят у нас, есть же много там видосики с просмотрами, там у нас Trend Deep, Raft и так далее, короче, которые собирают побольше просмотров, очень много просмотров от людей без подписки. Вам не трудно же, правильно? Нажать на кнопочку подписаться и не будете пропускать ни один видосик. Все, увидимся в следующей серии. Всем пока.